Скоро многим придется сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Скажи, пожалуйста, сдавал ли ты ЕГЭ? Да, я сдавал. Я, по-моему, как ЕГЭ приняли, я вот на следующий год сдавал. У меня было из 300 баллов 180. Я сдавал, короче, русский, математику, физику. Вот. И как сдал? С кайфом, братан. Ну, 180 баллов из 300. Это неплохо. Ну, вот, вообще неплохо. Но я шатал это ЕГЭ, честно говоря. Ты готовился с репетиторами? Ну да, я занимался. Ну, просто я учился, скажем так, в не самой престижной крутой школе, да. И там уровень все равно был не очень. Мне приходилось дополнительно заниматься репетиторами. И я, вот, допустим, физику я за один год выучил. Весь курс школьный, благодаря репетитору. Мы вообще ее у нас практически не преподавали. Ну, так себе. Ну, я где-то там что-то забивал, понимаешь. Где-то на футбольчик, тренировочки, такой физика, не, пойду на тренировку. Вот, ну, получилось, как получилось. Но, не знаю, как по мне, ну, так себе система. Пригодилось ли тебе что-то из этого в жизни? Брат, конечно, я 100% скажу, что пригодилось, потому что когда ты чему-то учишься, это тебя развивает. Понимаешь? Я не говорю, что вот конкретные теоремы мне нужны в жизни сейчас, но благодаря тому, что ты учишься, твой мозг развивается, да, и ты как бы способен развиваться в принципе. Вот, поэтому учиться надо. В любом случае, как ни крути. Читать, писать. Братан, писать умею. В школе научили. Ха, прикинь. Вот. Спасибо большое. Есть легендарнейшая цитата, что ты это создал, а ты делал это за деньги. А, кто в твоем понимании будет более не за деньги?